ранку сьогодні продовжуємо займатися спортом на свіжому повітрі. Заняття проведе чемпіонка України жиму лежачи Марія Тернова. Сьогодні нас ждет тренировка на мышцы верха, это мышцы груди и мышцы спины. Выполняем упражнение альпинист. Упор лежа в планке, подносим бедро как можно ближе к груди. При этом у нас точка опоры – это две ладони и только одна стопа. И бежим так 20 секунд. Спину не поднимать вверх, таз тоже. Максимально отработаем прессом. Достаточно. Для следующего упражнения нам понадобится турник, либо какая-либо возвышенность, так как мы будем делать отжимания. Принимаем исходную позицию. Руки у нас на ширине плеч, упор в ладони, пресс ягодицы напряжены, можно стоять на носках. Важно сохранять позицию планки по отношению всего тела. На вдохе мы сгибаем локти и опускаемся вниз до касания середины либо низом груди. На выдохе разгибаем локти, возвращаемся в исходную позицию. Все время держим положение планки. Выполняем отжимания. На выдохе возвращаемся в исходную позицию. Локти у нас уходят максимально близко к корпусу, либо же под 45 градусов по отношению к нему. Следите за этим, это очень важно, чтобы не повредить плечевые суставы. Выполняем таких 12-15 повторов. Мы закончили с отжиманиями, и следующее у нас будут это подтягивания от турника. Перелазим и бекремся хватом на ширине плеч. Та же самая позиция планки, и теперь акцент на том, что мы сводим лопатки вместе, опускаем их вниз. Дотягиваем себя до груди на выдохе. Вдох, выдох. Подбородок направлен вверх. Лопатками работаем. Ми сьогодні працювали над мишцями спини і мишцями груди. Тож тренуйтеся разом з новим днем та залишайтеся в гарному настрої протягом усього дня.